тогда, когда посчитаем целесообразным. Что все возможно в современном мире, но я уже говорил, и это понятно для всех, что это будет в одном шаге от полномасштабной Третьей мировой войны. Думаю, что в этом вряд ли кто-нибудь заинтересован. Сейчас сюда, вам сюда, и здесь еще парочку, и закончим. Ладно, хорошо. В некоторых странах, ну, например, в вашей стране, разве можно считать демократичным использование административного ресурса для того, чтобы нападать на одного из, кандидатов в президенты Соединенных Штатов, используя в том числе и судебный инстанции?